protect property. Shame! О том, что комендантский час всем наплевать. На комендантский час наплевать. Это пришла колонна из глубины Бруклина сюда на площадь. Они не присутствовали здесь. Видимо, происходят разные акции протеста в одно и то же время. Так вот, эта акция здесь, на этой площади в Бруклине, самая, я думаю, массовая, начиная с первого дня протеста. Сегодня не особенный. Сегодня в Миннеаполисе хоронят того самого Джорджа Флойда, которого задушил белый полицейский. То событие, которое стало триггером массовых протестов, беспорядков, ну и мародерства по всей стране. Расписание было изменено. Колонна уже давно должна была двинуться по Бруклинскому мосту к управлению городской полиции на Манхэттене, но людей собралось так много, что все расписание сдвинулось. Здесь очень-очень-очень много народу. И здравствуйте всем, привет! Я вчера сделал себе передышку после отсидки. После 6 часов в тюрьме, в общем, вышел рано утром, все, весь график мой это сбило, и поэтому я решил вчера просто отлежаться и никуда не ходить. Но вот эта толпа, мне кажется, сегодня есть новая мотивация, и я думаю, что мне в это не хочется верить, но, возможно, сюда присоединятся самые плохие элементы. Посмотрим, что будет позже. Я пропустил выступление мэра, оно было запланировано, но я, естественно, не хотел слушать, что он скажет. Я, главное, хотел засвидетельствовать то, как его встретит аудитория. И я не сомневался. Его засвистали и завыли. В общем, бу-у-у, мэр де Блазио. Let's go!
протеста много разных вопросов и попытаюсь на них все ответить. Ответы есть, они очень даже очевидные. Например, один из вопросов звучит так. Если они мирные протестующие, почему же их арестовывают? Почему они нарушают комендантский час? Это страна развитой демократии, ребята. Этот город, Нью-Йорк, невероятно свободный. И то, что сделал мэр города, ввел комендантский час, да еще с 8 вечера, ограничивая мирные протесты, это считается возмутительным. Две ночи подряд он не делал ничего, чтобы обуздать мародерство. А сейчас пустил копов на аресты мирных ребят. Continue to brutalize, to murder,
заткните и сок надеть! Мне много вопросов задают по поводу белых, которые встают на колено, особенно перед черными. В этом нет ничего унизительного. Это совсем история не об этом. В России любят все исказить. Это знак солидарности и сочувствия. На колено встают как черные копы, например, так и белые протестующие. Это знак солидарности, сочувствия и протеста. У этого жеста есть история. Сейчас расскажу. Помните этот Дуэйн Рид, который я показывал той ночью? Здесь была дверь выбита. Теперь здесь не осталось вообще ни одного окна. Все фанеры заколочены, когда свет даже, боже, не пропадает. Войны света, войны добра идут по местам, где хозяйничали темные силы, как бы показывая, что мы не такие. Так вот, первым преклонил колено Колин Коперник, это известный футболист, американский, играющий в американский футбол за команду Сан-Франциско 49ers в 2016 году. Знак протеста против полицейской бруталити, жестокости, ну и вообще властей и отношения Трампа ко всему происходящему. Тогда были подобные беспорядки в Шарлотте, в Северной Каролине. Коперник преклонил колено во время матча, перед матчем, во время исполнения американского гимна. Многие это осудили, особенно Трамп. Он был такой свирепый, что потребовал от лиги американского футбола исключить игрока. Что, в принципе, команда и сделала. Игрок лишился заработка своей спортивной карьеры и, по-моему, не играет до сих пор. Время 6:30 вечера, было официально объявлено о завершении митинга. Всем пожелали удачной дороги до дома. Но пока никто не расходится, до объединения комендантского часа, до его наступления 1.5 часа. Здесь можно получить бесплатно воду, закуски, солнцезащитный крем, ибупрофен, вон, пластыри, бананы, груши вижу. Здорово. Посмотрите, какой красавчик сидит. Las vidas negras importan. Black lives matter. По-испански. Окопы. Прямо здесь, на соседней улице, виду не подают. Сидят едва ли не в кустах, в тени деревьев. Вот где такие отряды были раньше?
Вот все приготовили пластиковые наручники. Те самые, которые всем нам надевали, в том числе мне. Я типа оказал сопротивление, мне затянули так, что я потом 3 часа умолял поменять мне. Ножницы не могли найти. Когда меня задержали, я увезли в Бруклинскую тюрьму. Я там много общался с копами. Благо, времени было немерено. И приходилось просто с нами стоять, как arrest officers. Они делали всю бумажную работу. Ну и как няньки водили нас от камеры к камере, фотографироваться и тому подобное. В общем, невероятно милые люди. И они также поддерживают, на самом деле, протест и возмущаются действиями властей. Многие жалуются на то, что вот занимаемся ерундой глубокой ночью, а следующая смена уже с утра. Жалуются на то, что власти ничего доплачивать им не будут, увеличивать зарплаты и какие-то там премиальные давать вот за такое, естественно. Ну, долг это и есть долг. Настроения у копов у самих нет никакого разгонять мирных протестующих. Они, в общем-то, и сами недовольны тем, на что их городские власти бросили, когда 2 дня город разграблялся на их глазах, а они не могли выполнить свой долг, потому что не было политической воли. То есть причины могут быть разными, но это не сейчас, а не в этом вопрос. Уроды, конечно, есть и в нью-йоркской полиции, я нисколько не собираюсь их обелять. У кого-то, может быть, эмоции не выдерживают, нервы сдают. В общем, сегодня мэр задавался вопрос, а как же быть с теми, которые применяют чрезмерные силы к мирным протестующим, а именно бьют дубинкой сильно. Ничего внятного мэр сказать не мог. Губернатор тоже сказал, а покажите мне видео. Со вчерашнего дня в городе поставлены так называемые чекпоинты, на которых проверяют автомобили, въезжающие в ту или иную часть города, в первую очередь южную часть Манхэттена, пропускают только местных жителей, городские службы. Вот по совокупности этих причин протестующие и возмущены комендантским часом в 8 вечера, не собираются его соблюдать, потому что мера чрезмерная, несвоевременная, и направлены совершенно не на тех людей. Вот до комендантского часа остается 10 минут. Я вижу по углам копов. Люди не расходятся. Посмотрим, что произойдет. На самом деле, смотрите, прошло 15 минут, и на площади не осталось никого. Но этот пятачок окружен по периметру огромным количеством полицейских машин. Автомобиль сожженный, разграбленный, сказал местный житель, что с воскресенья, с вечера воскресенья здесь так стоит. Тогда ее так оприходовали. Я помню после... Can you go through? No. No? Я помню на первую ночь протестов здесь... I got it. Здесь стояла охрана. И до сих пор стоит.
не ночь протестов, а ночь этого грабежа, мародерства. В общем, это район Соха, самый дикий и безлюдный, потому что был разграблен. И самый опасный, потому что здесь тебя могут за одно появление арестовать. Здесь много галерей и брендовых магазинов. Таким пустынным Манхэттен, конечно, не выглядит ни в один день пандемии. Вот эту улицу полиция вообще перекрыла. Смотрите, слышно птичек только. Их ни в другой момент никогда бы не услышал. Мне кажется, что люди услышали, о чем я говорил. Шепчу. Welcome to Soho. Еще одна улица перекрытая. То есть сюда могут попасть только жители. Ну, полицейские стоят на углах. Помните? Вы смотрели Washington Square, живая музыка, танцы, много-много людей. Вот что здесь сейчас, спустя всего лишь час. Есть бездомные, потому что бездомные являются исключением из-за правила комендантского часа. Их арестовывать не будут. Официально. Кортес прямо. По 7-й авеню в Мидтауне. 30-й улице. Столько копов на одного черного старика. Да, вы смелые, я знаю. Вот, кстати, еще одна примета, не знаю, видите? Ну, видно, да. А окна полицейской машины обернуты скотчем на случай, если их начнут бить, чтобы стекла... Есть очень важные объекты, такие как, например, Мейсис. Потому что он забит одеждой и прочими товарами. Его просто по периметру окружили полицейские, несмотря на то, что даже витрины заколочены. Ну, как мы помним, это не спасает ни один магазин. Группа охраняет трусики. Полиция следует сзади, а не настроена, как кажется мне, на агрессию, на сдержание. Вот и протестующие. Я вижу людей здесь, с Бруклинского моста, когда мы шли. Идут по 6-й авеню вверх, сейчас 47-я улица. По привычным образом, впереди едут велосипедисты, которые перекрывают дороги и позволяют пройти колонну беспрепятственно. Хотя перекрывать сейчас не имеет смысла, потому что машин практически нету. Манхэттен закрыт для движения. Здесь примерно, ну я бы сказал, между 2-3 тысячами. Та же картинка. Настоящее кино. Американская демократия несовершенна. Я иллюзий не питаю. Но мне было покушать, что на вот такие базовые права, как мирный протест, вызывают
у людей такую реакцию. Они выходят даже после введения комендантского часа. Естественно, это касается молодежи, прогрессивной молодежи, которая ответственна за изменения, да вообще в любой стране. Беспорядки закончились, протест угасает, но дискуссия останется и грядут изменения. Они уже озвучены, например, в штате и в городе. Ничего подобного в стране давно не было, такого массового протеста и невероятно мощного резонанса. Это очень позитивный знак. Посмотрите на магазин Nike на 5-й авеню. Его окружила частная охрана, причем одни черные. Это не исключение. Это реальность современная. А это, опять же, Saks, люксовый универмаг. Здесь огромное количество охраны. Посмотрите. Владельцы наняли охрану за большие-большие деньги. Даже где-то я заметил, что со злыми собаками. А все правильно, вот собака. Если это... Да, это... Смотрите, какие кабаны. Не только фанерой укрытые окна, но еще колючей проволокой и решеткой. Очень-очень необычно. Вы только посмотрите на это. Отряды полицейских бегают по переулкам, почти что бегают, они вылезают, загружаются в машины. И такое ощущение, что перед... Началось столкновение, не дают подходить. Им не дают подходить Columbus Circle. Мы сейчас на углу Центрального парка и 5-й авеню. Посылают всех вниз. Честно говоря, уже страшно. Но не хочется второй раз в тюрьму. Они окружили со всех сторон и, по-моему, начинают уже задерживать всех. Особенно на велосипедах почему-то. Полицейских просто немерено. Целая армия. В общем, всех поймали в ловушку на углу Центрального парка и 59-й недалеко от Apple, флагшип стоял. Полицию нагнали просто немерено. На абсолютно мирных ребят не было никакой агрессии, не было мародеров в толпе даже. Зачинщиков никаких. Зачем такое проявление? И их едет все больше и больше. Здесь, я без привлечения могу сказать, может быть, 5 десятков полицейских машин как минимум. И все за чего? Небольшую группу загнали в Центральный парк. Осталось примерно меньше половины, может быть, треть людей. So the protesters were caught in a trap on the southeast corner of Central Park and 59th Street, close to Apple flagship store. Now a small group of people is chasing Central Park. The police is trying to kick them out of the park. And it's just a very small, I believe, half of the people were arrested.
Здесь у flagship Apple Store остались одни репортеры. Это их безопасный островок. Полиция вокруг немерена, и группу протестующих малюсенькую загоняли. Я думаю, что большинство уже арестовано. В тюрьму я снова не хочу. Я думаю, на этот вечер все. Все, все, все. Давай. А вот это на въезде на Квинсборо Бридж. Чекпоинт тот самый. Проверяют документы водителей, въезжающих в Манхэттен из Квинса. Таксисту залез. То есть проверяют документы или какие-то другие основания для въезда на Манхэттен. Я чувствую, что мы в каком-то кино. Сейчас произошла интересная штука. Подошел начальник к этому полицейскому и говорит ему: там камеры тебя снимают. Просто мне говорили, что на самом деле все это формальность. Они не смотрят документы, ну просто заглядывают в машину, видя, что человек приличный, не мародер, и пропускают. Видимо, вот он предупредил его, что будь аккуратным, изображая вид. И вот в 11 вечера люди вынуждены ждать в такой огромной очереди, чтобы попасть на Квинсборо Бридж и уехать на Манхэттен. Кино!